Марафон будет проводиться на радио «Срака». Это радио, которое создал в свое время Андрей Кузьменко, Скрябин. У него мечта была о том, что провести на этом радио самый продолжительный марафон и побить рекорд, который был установлен русским радио «Россия» 62 часа. Но так как произошли трагические события, и мы, его друзья, коллеги, мы решили все-таки этот марафон провести. Он будет стартовать 17 августа, это в день рождения Кузьмы.